Ребята, вечером каждый день обязательно тренажеры для сохранения здоровья. Я сейчас одетый, но желательно футболки. Но я неудобно, как-то уже возраст, все тело оголяет. Хотя вот этого я, может, сделаю попозже. Вот. Водичка с собой всегда, как видите. И вот надо вот так вот обязательно на тренажер ходить. Хотя бы раз 10-15 вот так отжиматься. Вот смотрите, вот. Пошел. Сначала подышать. Вот я 16 раз, а так я делаю 20-25 раз. Вот так каждый день надо. Обязательные процедуры. Это для мускулов и для тела хорошо. Занимайтесь собой здоровьем. Всем доброго вечера, пока.